Привет! Вы попали ко мне на канал Полина Твин. Сегодня прекрасная погодка. Я лежала и смотрела на облака. У меня появилось настроение снять для вас видео. Вопрос-ответ. Кстати, не забудьте сразу подписаться на мой канал. У меня будет еще очень много всего интересного. Аделина Хайрутдинова спрашивает, какой у меня любимый цвет. Мой любимый цвет белый. И еще она спрашивает, какие у меня любимые цветы. Это розы. Лиля Белка спрашивает у меня, есть ли у меня лучшая подруга. Конечно же есть. Люда Гамалий спрашивает у меня, какой у меня любимый урок в школе. Это труд и ИЗО. Юлия Иванова спрашивает, какой у меня любимый город. Это, конечно же, Тверь. И еще она спрашивает, занимаюсь ли я личным дневником. Да, занимаюсь. Валерия Васильева спрашивает, сколько я хочу обрести подписчиков за этот год. Я хочу обрести 1 000 000. Вера Захоренко спрашивает, нравится ли мне снимать видео? Нравится, конечно же. Дарья Тимофеева спрашивает, какой вид спорта мне нравится? Мне нравится фигурное катание. Ульяна Джейк спрашивает, где я очень хочу побывать? Я очень хочу побывать на Мальдивах. И об этом я говорила в своем первом видео «25 фактов обо мне». Вот тут будет ссылочка. Светлана Энгель спрашивает, люблю ли я читать книги и какие? Я люблю читать книги и люблю читать фантастику. Анжелика Дубровская спрашивает, в каком городе я хочу жить? Я так и хочу остаться в Твери. Алексей Григорьев и Арина Колесникова спрашивают, ношу ли я линзы? Нет, у меня такие глаза, и они, кстати, зеленого цвета. Маша Перкина спрашивает, сама ли я монтирую видео или их монтирует мама? Их монтирует мама, я чуть-чуть помогаю. Камила Байла спрашивает, хотела ли я снова бы оказаться маленькой? Да. Вопрос от Шурочки Кот. Умею ли я готовить? Да, я умею готовить. И еще она спрашивает. Раз я умею готовить, то какие блюда? Я умею готовить разные. Могу приготовить даже блины. Елизавета Афанасьева спрашивает. Если бы у меня был свой джин, что бы я пожелала? Я бы пожелала, чтобы я стала самым лучшим блогером. Елизавета Афанасьева тоже спрашивает. В какой стране я бы хотела побывать? Я бы хотела побывать в Индии. Спрашивает, почему я решила заняться видеоблогерством? Но мне очень нравится, что моя мама снимает видео, и я тоже решила заняться видеоблогерством. Спасибо большое, что вы задавали столько вопросов. Если я не ответила на чьи-то вопросы, не расстраивайтесь. Если будет столько же, то я обязательно отвечу в следующем видео. И еще хочу сказать огромное спасибо, что вы предложили столько много разных названий для моего канала. Я выбрала 3 наиболее понравившихся мне названия. Я выложу пост в ВКонтакте, и, пожалуйста, помогите мне выбрать окончательное название для моего канала. Не забудьте, что у меня есть мои странички в Инстаграм, ВКонтакте и даже теперь есть Перископ. И еще, если вам понравилась моя столовка, то смотрите на мамином канале, как сделать ее своими руками за 5 минут. Всем пока-пока!